Концепция фестиваля зацикливается на направлении низких автомобилей Республики Башкортостан и близлежащих регионов. На выставочной хоне были представлены стенс-проекты, ресто-проекты, а также стиль без посадки авто нет. Подробнее о номинациях нам рассказали организаторы фестиваля. Ну, стенс – это главное внешний вид. Также посадка, красивые диски, ну и такое покрытие лакокрасочное, чтобы было хорошее. Бэпан – это занижение, это самое главное занижение, и как бы там больше ничего и важного нет. Ну а рест – это сам кузов, как бы со времен Советского Союза. Занижение клиренса автомобиля в последнее время набирает особенную популярность среди молодежи. Поэтому множество автомобилей были представлены в номинации «Бэпан». Всем известно, что для простого занижения пилится пружина, а вот для достижения максимальных результатов проводится целая работа по переоборудованию и переделке кузова, а также ходовой части автомобиля. Кто-то просто попилил пружины в гараже, ну, грубо говоря, это такое слабое такое занижение, это самое бюджетное. Это некомфортно, во-первых, и может не настолько даже безопасно. Кто-то заморочился, поставил себе хорошие настройки, это уже отдал какую-то такую сумму, и малую. Это уже комфортнее езда, это уже езда как на таком, ну как на стоковом автомобиле, только езда уже в низком положении. А кто-то поставил пневмоподвеску, это самый такой безопасный как бы вид занижения. На фестиваль съехались автолюбители со всех уголков Республики Башкортостан и не только. Посетили мероприятие и гости из Оренбургской области. Мы приехали из города Баймак, нас трое, это Приора 14 и вагон 11. В целом неплохо, организаторы тоже все так организовали. Мы вчера приехали, нам организовали жилье. Я участник этих фестивалей уже несколько раз. Это мы были в Уфе, в Оренбурге пару раз приезжали, тоже участвовали, то есть делились, скажем так, своими проектами, машинами. Мероприятие проходило под музыку специально приглашенного диджея, а также ведущего, который проводил различные конкурсы среди участников и зрителей. Закончился же фестиваль, конечно, награждением. Призерам были вручены грамоты и памятные сувениры.